По версии следствия, злоумышленник булыжником разбил витрину ювелирного магазина, похитил украшения в количестве 67 штук общей стоимостью около 600 тысяч рублей и скрылся на мопеде. Сотрудники полиции изъяли записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку. Подозреваемый был задержан по горячим следам на одной из улиц Сочи. Им оказался 27-летний безработный местный житель. Возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый находится в следственном изоляторе города Сочи. Ему предъявлено обвинение по факту совершения преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации. Установлена причастность его к совершению еще двух аналогичных преступлений с учетом совершенного, а также с учетом того, что он судим по аналогичным преступлениям, ему грозит срок лишения свободы до 7 лет.